Всем привет! Привет, кто зашел сегодня ко мне на канал, в гостях у Павловны. А мы сегодня в лесу. Просто имела неосторожность показать мужу фотографии, что кто-то где-то там несколько грибочков собрал. Он пришел сегодня с работы и говорит, что сидим, одеваемся и в лес. А на улице дождик моросит. Мы приехали. Чисто погуляю. Нарву полевых цветочков. Дикое, где попадается земляничка. Ну, вот так. Ничего и никого нет в лесу. Вот цветочки собираю, хожу, дышу. Воздух, правда, хороший, такой прямо свежестью. Дышу, хожу. Птички, слышите, поют птички. А может, где-то бегает, я здесь недалеко хожу. Вот грибы ему, оно вообще абсолютно ему не нужны. Но вот, это, наверное, тоже своего рода болезнь. Вот эти поля раньше принадлежали совхозу. Теперь ни совхоза нет. И в этом году даже поля остались незасеянные. А то бывало и кукурузу сеяли, горох сеяли, пшеница, овес, ячмень. Все. Пустые стоят поля. Не знаю, не видно даже, чтобы что-то сеяли. Вот обидно, правда? Вот такие поля. Это вот только здесь вот этот уголочек. А сколько еще тут рядышком в округе. Нарвем Иван чая с пустыми руками. Не поедем домой. Конечно, зря мы не съездили в лес. Грибов не нашли. Но я просто прогулялась, как вам уже говорила. На обратном пути нам встретился Иван чай, набрала листочков, буду ферментировать, но это будет отдельным видео у меня, может, кому-то будет интересно. Конечно же, попались нам шишечки, которые высоко, не надо было залазить, нагнули веточку, потом набрали еще шишек, буду варить варенье. Подписчица мне дала очень хороший рецепт варенья из сосновых шишек, поэтому попробую, буду варить. Тоже будет отдельным видео. А сейчас еще немножко расскажу о проблеме, которая у меня случилась. А случилось вот что. В теплице огурцы у меня стоят, более-менее стоят. Листики пожелтели, правда. Обработала вчера я фитовермом. Ну, стоят. Мы уже даже едим неделю-две, наверное, огурчики. Поэтому перед обработкой фитовермом собрала целый тазик такой для посуды огурцов и обработала фитовермом, чтобы выдержать время, сроки. Но как у многих уже такая проблема, что пропали огурцы, и у меня на улице тоже пропали. Это, видимо, перепады температуры, хоть и накрытые они у меня были, но все. Поэтому купила вот и сейчас. Пойду и подсею под бутылки, накрою пленкой. Вот такие купила 40-50 дней быстрого созревания. Огурец кустовой. Попробую ажиотаж с семенами. В одном магазине разобрали все семена. А в другом приехали в семенном. 15 сортов. И сегодня привезли еще новые сорта. Я вот купила вот такие. Ну, когда вырастут, тогда вырастут. Ну, вот так сегодня мы провели этот день. Сейчас листья Иван-чая
в морозилку помещу. Ну, об этом будет видео и будет совсем другая история. Всем пока, до новых встреч. У меня вот такой букетик полевых цветов. Всем пока!